Рекомендую вам сервер B16 Sharp 1, на котором я часто играю и на котором можно поиграть со мной. Сервер стоит на хорошем хостинге, а цены в магазине вас приятно удивят. IP и ссылка на группу в описании под видео. Заходи и играй, друже! Привет, с вами B16, и сегодня мы выживаем на моем сервере. Чепера жестоко зарейдили, и нас уже пытаются убить, как видите, да? В общем, посмотрим, что нас ждет впереди. Правда в том, что у меня 4 всего металла, этого не хватит ни на что. Нормально, да? Калаш уже ждет. Это ребята, наверное, обиженные, которых мы завалили, да? Экшончик начинается. Что делать, ребята? Мы в будке один на один, у нас есть шкаф, и, в принципе, на этом все. И по ИП тоже нет, да? Ребят, кепок начали, ливали с калашами. Да-да-да, злые топчики. Ребята. Топчики. Уходите. Чё забыли тут, Вася? Мы кепки. Только построились. На спальня конец снаружи? Давай я стрим запущу. Чеберг, не ты? Да, я. Кто это? Да, я. Кто это? Не надо признаваться. Пусть они думают, что мы тут просто игроки левые. Да, которые сегодня зарядили. Чебер, твои старые друзья. Ну, а перед этим мы тебя раз 10 убили, да? Ну, понял, я тебя понял. Сразу не убивал ни четвер, ни B16. Ясное дело, что никого не убивал. Удивили прям. Я не играл, да, скажи. Выпустите нас, не убивайте, пожалуйста. Выпустите нас. Выпусти нас, пожалуйста. Лесовичок, у тебя это... Да, лучше мы вас отпустим, а то ты нам потом еще дом под номер ремонт. Не, я таким не страдаю. Я открываю дверь, лесовичок, натягивай стрелу. Кого? Да ты чё? Не, я таким не страдаю, ребятки. На счёт три. Чеппер, ты готов? Стой, я должен перемотаться. Я не фу. Ребятки, честный геймплей, вы меня убить можете, как и я вас. Чеппер, хорош наматываться, заряжай тетиву, просто постреляй, я закрываю дверь. Главное, чтобы он, знаешь что? Главное, чтобы он ящик не заэтовал. Если он ящик заблочит, даже дверь закроем, он золото дадут. Давай этот ящик переложим, ресурсы-то. Перекладывай. Дальний. Давай, быстро перекладывай. Давай, сейчас переложу. Ребята, вы нас не убьете? Типа убежал один, а второй перед дверью стоит. Может, я вас кину, типа, рецептор болеет, большой. Да у нас все есть, спасибо. Все есть. Просто дайте нам хоть развиться немножечко. Давай, я в принципе готов. Раз, два, три. Давай. Зачем ты вылез под огонь? Лес. Тебя лутают. Зачем ты? Да ладно! Это было еще умнее. Еще умнее, Шепер. Подожди, я тебя пытаюсь поднять. У меня тут фокус. А, вот так вот. Бери арбалет. Живой же, живой. Ничего особо не было, ты че? А зачем было умирать? Да ладно, какая. Ты че сейчас? Не, сейчас можно было просто эпично их разнести и попытаться. А ты просто да вышел я, под огонь, я в тебя напихал. Это ж фан. Ну я вижу, как ты с калашом пытаешься подружиться, чувак. Жесткая баталия просто идет, да. Ну ты открыл дверь и начал первый стрелять на сук. Я тебя даже не... Так, давай пушку кинуть. Ну вы просто уйдите у нас из дома и все. Ты сколько я побежал? 67. Сейчас. Мы вам еще раз накинем. Бересов нам накинут, слышишь? Сейчас накинут. Видите, тут ничего вообще, ни гранаты, ничего такого нет. Жалко. Сейчас, подождите, ребята, лут отсортирую. Ну ты а понял. У нас нету даже это, сделать... Ты кидай, будешь, нет? Да подожди, у меня откат. 14 секунд. Это, пайпу мы не сможем, да, сделать? Бэшик. А? Теперь я вообще щель в двери вижу просто. А ты не хочешь friendly fire на сервер? Классно. Я просто friendly fire на сервер добавил. Не, пока нет. А какой у тебя ник? Ребят, вы тут? Тут не ребят.
Он щель может посмотреть. Чепер, они тащат по-любому сейчас сишки или ракеты. Теперь сейчас наша временка просто вылетит в трубу. У меня даже спальника нет. Одной сишки хватит, Бэш. Они бейтят. Отходи, Бэш. Не-не-не, не за то, они реально могут с ракет долбануть. Ставь, ставь. Только возможно. Нет, если он, видишь, начал говорить про то, что я боюсь, что ты мой дом зарыдишь, он не. Да я таким не страдаю они никогда. Они в спальник мой выносят. У меня дом спокойно здесь жил, как-то я помню, он почти до конца вайпа дожил, потом все-таки его кто-то взорвал. Кстати говоря, почти под ноль. Кстати, пи-пи-пи-пи. Нет? Лол! 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 Ребята! Лол! Я же говорил, сейчас будет. Лук заряжаем. Лесовой человек, в голову, лесо, влево! Я побежал. Меня все слили. Эпично просто. Эпично пацаны играют, сразу видно, скилл так и прет. Кепки и сишки, я думал такое только на больших сообществах бывает. Но это есть и у меня на серваке, ребята. Это классно. Заходите, ладно, играйте, выживайте. Прикольно. Выжили. Ну, рейтом сишка ему купилась. Впритык. О, обожаю такие моменты просто. А, о, да, о, уже пишут, мы бэшика слили. Герои, пацаны, бэшика слили кепкой, будучи два калашиста, там и Томпсон, и сишка. Обожаю. Это, ребят, достойно похвалы. Я реально такими вещами доволен. Ну, меня реально порадовали, потому что давно таких моментов не было, когда реально кидали сишку. Я помню Ирландию и помню какой-то еще сервак, где такие моменты были. Вот, ну, название не могу вспомнить. Но, в общем, там был эпик жесткий, когда ребята... Просто сишки кидали ракеты в нас, лишь бы нашу времянку разнести. Пацаны времянку разносили тонны взрывчатки. Правда, им не окупилось ничего это, но, наверное, обида была. О-о-о, что ж они такие все это? Я ж не рейжу, просто вот так вот, знаешь. Не, я с камнем играю, я вот не понимаю, что за эти... Построились рядом с чуваками, они там живут и не хотят, чтобы рядом строились. Они нас... Не, они нас просто бахнули. Не, просто бахнули. В принципе, ничего личного. Это же прикольно, на самом деле. Я вообще рад. У меня претензий к ним особо ты, нет? Так, что у меня с бочки-то выпало? Блюпринты падают. Тут у нас есть-то. О, копье каменное. Если бы Адапайп развился, у нас бы сейчас калаши были. Ну да, кстати, вероятнее всего так и было бы. Только что я заваншотал у кого-то типа, который что-то там кого-то рейдил. Ребята, это был топчик. Че, серьезно? Серьезно, ваншотал типа и видео включил уже после того, как я ваншотал. Ну что за... А, как всегда я так делаю. Включаю запись заранее. Когда ты кого-нибудь ваншотаешь, так эпично. А чё на кнопочку не нажал? Да, у меня же дуплей выключен по большей части. Ладно, в общем, валяется он на крыше, ребят. Ты же ОБС-кой пишешь, не? Да-да-да, я пишу ОБС-кой. Валяется он на крыше дохлый, я вам правду говорю. Я его ваншотнул. Верите, не верите, я его ваншотнул. С лука. Рейдера, походу, с ракетами.